Странно, я был на чердаке и... Нужно показать дневник Эми, вдруг заинтересуется. Кровавое приветствие. Привет всем, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, мы с вами продолжаем играть в Beast Inside. Не сильно большая актив... Что такое-то, блять? Не сильно большая активность была на ролике, но все же, как-то игрушка такая интересная, все-таки какой-то квест, не квест, а хоррор, даже вроде немножечко страшный, выглядит несчастно, не переживай, дружище, у тебя есть крылья, значит, можешь улететь. Бросай. Бросай, говорю же. Вот, мы пройдем эту игрушку, я думаю, что она не такая уж большая, ну, в целом, может быть, серий в 5 уложимся, то есть она не на 20, не на 30 серий, так что почему бы и нет, хотя, может быть даже за 3 серии, кто знает. Я не смотрел, сколько она там проходится, поэтому не знаю. Пойдем вниз, Эмма заинтересуется там чем-то, она же внизу должна быть, там пылесосила, она что-то делала. Так, а где Эмма-то? Эмма! Эмма! Ты где есть? Ой, приветики. Родная, ты не поверишь, на что я наткнулся? Эмма, ты меня слышишь? Эмма! Эмма! А это не Эмма, а тот мужик. Я звала тебя, но ты никак не реагировал. Где ты был? Ой, блядь, а что такая вся красная-то? Я рассыл по чердаку. Кстати, электричества нет. Дневник, что? Похоже, сломался предохранитель. Будь лапочкой, сходи в подвал и почини его, пока не стемнело. Здесь нужно навести порядок. И чем раньше мы этим займемся, тем лучше. Но ты и сам понимаешь это. Че такая злая-то, блядь? Я не пойму. Женщина, имей совесть. Меня она ждала. Так, что это такое у нас? А, ну это я уже смотрел, это я уже все читал, это все ерунда. Так, где у нас в этом доме подвал? Говорится, ну так, как будто я на клубу матери что-то сделал. Видать, очень смешное. Ну пойдем в подвал. Свет не пизды, понятно. В подвале темно, хоть глаз выкляни. Не нужен фонарик, может, на чердаке найдется. Там полно всякого хлама. Пойдем на чердак, найдем фонарь. Пойдем на чердак. Где здесь можно взять фонарь? Рядом с каждым предметом, с которым возможно действие, появляется подсвечивающийся значочек. Может быть, где-то здесь? Не, здесь только топор. Ясно. Так, ну придумай еще, застрянь. Вот он. Фонарик старый, но рабочий, с очень мощной лампочкой. Сейчас посмотрим, насколько она мощная, эта лампочка. Если она будет светить, как у этого, у этого самого, то ничего хорошего из этого не выйдет. Как его включить-то? На фэ не включается. Эй! Как им работать-то, ну? Фонарик. Вращать, закрыть. Лэ, может? Ну, достань его, пожалуйста, уже, но я ж ничего не вижу. Имей ты совесть, блядь. Дурила. Слушай, на самом деле мощная лампочка, только она очень целенаправленно светит. Господи боже. Ха-ха. Я этого коня видел, кстати, он стоял в другом немножко месте. Ну, ладно, хороший. Так, что мне нужно? Мне нужен электрощиток. Электрощиток у нас где? Где предохранители? В щитке, блядь, где предохранитель? Дурак, что ли? Что тут скрипеть может, она же... А, она деревянная. Странно, одного не хватает. Его что, специально вытащили? Ну, видим... Опа. Ключ от сарая возле дома. Кажется очень хрупким. Взять. Возможно, запасной предохранитель есть в сарае рядом с домом. Пойдем к сараю рядом с домом. Чё ж делать-то? Эта лошадь будет мне в кошмарах сниться. Не будет, не переживай. Ну, пойдем в сарай рядом с домом. В сарай это там, где мы нашли тогда кровищу. Это вот в той стороне. Слушай, по-светлому это выглядит гораздо лучше все. Так, и чё, а что это такое? И как зайти? Как зайти-то, ну? Вот как зайти. Так, сарай. Вот сарай. Угу. Опа. Кровища какая-то. Но выглядел он немного иначе. Черт, здесь нет предохранителей, естественно. What the fuck? Что за хуйня горит, происходит? Что в кровище-то все? Какого черта, откуда здесь вся эта кровь? Окровавленная рубашка, причем кровь, похоже, свежая. Как она здесь оказалась? Видать, кто-то здесь кого-то расчленил. Ладненько. Зачем Эми приносить сюда барахло из моего кабинета?
Инструкция по работе с локатором. Я в этом ничего не разбираюсь, но автор, думаю, знал, о чем пишет. Z читать. Квантовый локатор оснащен двумя сверхчувствительными датчиками. Прибор может обнаружить как электромагнитные, так и квантовые следы. Название квантовый локатор, 2420 грамм, время жизни меньше 12 тысяч часов. Ку взять. Квантовый локатор. Локатор помогает обнаруживать и проводить анализ так называемых квантовых следов. Это позволяет видеть краткие воспоминания людей из прошлого, включая их точное местоположение и активность. Использовать локатор можно на практике мне... пока не доводилось. Но нам приказали носить его на всякий случай. Лучше бы выдали пистолет, а не еще одну хреновину от умников из ЦРУ. Ну да, согласен с тобой полностью. Это будет работать или что? Или для чего мне это все выдали? Вот взял бы лучше топор вот этот вот, блядь. Пойду с топором. Jesus. У меня топор, блядь, есть. You scared the crap out of me. Okay, you can open the door. Господи, Эмма, я чуть со страху не обосрался. Эмма, родная. Honey? На, нахуй. Ну-ка, что такое? Кто меня там закрыл-то, мать его, за ногу, ну? Апа! Не то нажал. Что же страшного такого произошло здесь? К чему эти звуки? Поезд поехал, походу. Ну ладно, пойдем. Что-то не так, может локатор поможет разобраться, в чем дело, так как нас учили. А на какую... на X. Квантовый локатор. Нажми Х, чтобы взять и убрать. Локатор позволяет обнаружить следы. Этот значок означает, что неподалеку находится облако. Если не ошибаюсь, прототип может обнаружить что-то там. Сильное поле квантовых частиц, немного удачи и науки, я смогу увидеть своего человека из прошлого. Я вижу проценты, и, видимо, они должны увеличиваться. Используйте индикатор на экране локатора. Расстояние до облака отображается в процентах, а зеленые линии возле индикатора показывают, в каком направлении вам следует двигаться. Когда локатор обнаружит ближайшее облако, вы услышите короткий звук. Хорошо. Ну, я должен идти на выход. Опа. Нужно следовать за локатором. Зеленые линии у границы экрана указывают на направление цели, а числа что-то там, понятно. Ну, что ты убрал-то его, ну? Дурик, во! Вон туда надо идти. Щелкните по КМ. Нужно использовать импульс, чтобы появилось облако, затем вот что-то там это. Надо поближе подойти, а потом уже это... Вот так вот. С помощью этого прибора можно сканировать облако, удерживать ЛКМ. Ух, ёб твою мать, сабдавчик какая-то. Сигнал исходит отсюда, завершено. Здесь кто-то был, похоже, он оставил тут свою одежду, и вся она окровавлена. О! Пытаюсь найти больше следов. Найти квантовое облако. Так, вот в том направлении еще нужно идти. Процентовка только маленькая, что-то ноль до сих пор стоит. Предохранителя нет, повсюду окровавленная одежда, в сарай, кажется, кто-то проник. Очень подозрительно. Да я так тоже считаю. О, в беседку, наверное, надо идти. Может, из-за стресса? А с другой стороны, мне нужно убедиться, что мы в безопасности. Да что-то как-то безопасностью не пахнет, когда окровавленные рубашки находишь в рядом со всем, со своим домом. Так, подожди, в какую сторону надо идти-то? В беседку. Обнаружена аномалия. Я нашел источник сигнала, но не могу снять показания. Похоже, рядом сильная аномалия. Нужно ее что-то там нейтрализовать. Облака по природе нестабильны, и на точность показаний могут влиять аномалии. Такие аномалии придется уничтожить. Обычно они находятся поблизости. Чтобы облегчить себе поиски, щелкните правую кнопку мыши. Нажал. Вот вон там. Чтобы уничтожить аномалию, выстрелите в нее электромагнитным импульсом из своего устройства. Удержите левую кнопку мыши, а затем отпустите, чтобы выстрелить. Подсвеченные участки вокруг экрана локатора указывают на количество аномалий. Понял. Одна, вон она там. Нужно зарядить локатор. Стабилизировать квантовое облако. Уничтожьте аномалию, вернитесь к квантовому облаку. Нажмите пробел.
Получилось, выходит, недавно здесь кто-то был и воспользовался этой веревкой. Какой веревкой? А, опа. С ним я заберусь куда дальше, чем без него. Очень полезен в полевых условиях. Взять. Это кошка, да? Это крюк. Идите по локатору. Так, вон туда нужно идти. В лес куда-то. Вообще в ебеня в какие-то идем. Локатор обнаружил сигнал поблизости. Может, вон туда надо идти все-таки? Кто сзади меня ходит-то прям постоянно, ну? Если меня напугать в локаторе, то я испугаюсь гораздо больше, нежели чем напугают в игре. Что-то происходит непонятное. А, это не то, это... Мне нужно отсканировать. Похоже, он поднялся наверх. Ну, пусть поднялся. Так, удерживайте ЛКМ, затем отпустить, чтобы бросить предмет. Тихо ты, блядь, по башке штукнет. Дурило. Взять и пойти дальше. Чего? Пи-пи-пи-пи. А, еще один сигнал нашелся. Красота какая. Как много крови, ведь она даже не выстрелила. Не знаю, что здесь случилось, это явно произошло что-то там. Следы ведут за ворота, пойду проверю. Что это за сено такое? Не зря оно здесь стоит. Хотя хуй знает. Как знать, как знать. Может и не зря. Подожди. Не, не сюда, надо вот сюда вот подойти, да. И чё, ты убрал его? Убрал-то ты его зачем, дурень? Не то сделал. Судя по всему, он тащил что-то тяжелое, когда проходил через эти ворота. И что делать? Ой, это... Ни хрена себе. Найти обход. Пойду обход найду. В чем проблема-то? Так, это что-то... Пара досок крошат, но пытаюсь их отломать. Так это не доски, это... А, это... Там доски. Давай отломаем их. Ну... Ну ёб твою мать, ну ты как застрять-то умудрился в этой железной в железной хероте? А, это просто так руками отламывается, я понял. Какой молодец. Какой сильный мужчина. Ну пойдем. Да сядь ты. Пойдем, пойдем, встань. И иди. Пробел, чтобы подпрыгнуть. Подпрыгнул. Так, подожди, вот этот тупичок какой-то странный. Так, ну здесь больше... Ладно, здесь нет ничего, пойдем дальше. А вот здесь? Не, я так только забагуюсь, больше ничего не получится у меня сделать. Я понял, ну пойдем в ту сторону, вот, типа как бы за ворота за эти. Ой, кровища. Кровь еще не высохла. Пойду по следу, может кому-то нужна помощь. Да, явно нужна помощь. Именно твоя нужна помощь. Нет бы вызвать кого-нибудь. Так, а здесь что-нибудь есть? Что-нибудь эдакое, что мне помочь может, нет? Ладно, сюда идти бессмысленно. Ну, пойду я, значит, туда. В амбар вот в этот. Возможно, здесь хоть что-то я найду. Зачем мне эта катсцена нужна? Как всем известно, нужно подальше кружечки с водой отставлять в хоррорах. Потому что, ну, ничего хорошего это не предвещает. Я здесь весь обольюсь и буду сидеть мокрый. Ты, блядь, дурак, что ли, совсем, или что? Зачем за ручки дергать, если здесь цепями все обмотано? Или ты действительно считаешь, что тебе поможет это дергание? Не смотри туда, тебя напугают сейчас, ну. Похоже, там кто-то или что-то весит. Неужели это... Блять, чуть не обосрался. Надо посмотреть, что обнаружил локатор, прежде чем двигаться дальше. Стабилизировать аномалии локатором. Так, ну пойдем стабилизировать локатором аномалии. Опа, подожди, вот с этой стороны прям нечто странное. Ну. Ну. А, это не открывается. Понял. А как открыть? Нужна же какая-нибудь... нужен нож какой-нибудь, скорее всего, или же нечто такое, что режет.
Ой. Ну, конечно, застрянь, давай. Так, а, во, ящик светится. Тащи сюда. Так. Ну, залезь, пожалуйста, спасибо. Нужно идти куда-то в эту сторону. Это факт. Какими-то я окольными путями безвозвратно иду сюда, и мне кажется, самая глупая идея идти туда, откуда ты не выберешься. Ну, потому что туда я не залезу больше никогда в жизни. А, вот, в этой стороне-то. Обнаружена аномалия. Ой, аж целых три. Я вижу, вот она. Пью. Сбил. Теперь еще одну надо найти. Вот она. Пью. Сбил. И теперь еще одна вот где-то тут. Пью. Сбил. А, теперь сканируем заново. Кто такой? Что здесь спрятал? Тут что-то кто-то спрятал? Подожди, я отсканировал эту ерунду, нет? Да, отсканировал. Что-то он здесь спрятал. Что он здесь спрятал? О чем речь идет вообще? Ой, мужик вот здесь где-то что-то спрятал. А, светится вот что-то. Это что такое? Нож. Охотничий нож, видимо, им недавно воспользовались, а потом спрятали здесь. Возьму его на всякий случай. Да иди, бил, что ли? Нож в крови взял. Взял нож в крови. И пошел с ним. Умный человек, как ты считаешь? Я думаю, что нет. Пробраться внутрь. Так, а каким образом я должен внутрь пробраться, если же у меня... так, до сих пор нет... А, ну вот, все, понял. Ну-ка. Развлекуха такая. Опять на себя ворота открываются. Ладно, оттуда правильно открываются. Они должны изнутри открываться наружу. Чтобы есть что убежать. Как-то мне все это не нравится. Эй! Откройте. А у меня же болторез был. Что делать? Опа. Зачем? А! Болторез какой-то горит, болторез. У нас тут кошка есть. Внутрь забер... Опа, что это такое? Цепочка. Вот зачем мне внутрь надо заходить? Расскажи мне, а? Ты что, так посмотреть не мог? Олень! О, блядь, упал, споткнулся. Олень! Господи, кто мог сотворить подобное? Точно не браконьер? Скорее, какой-то ебаный охотник-садист. Согласен с тобой полностью, да. А чё, какой ебаный охотник-садист? Он... Ой, у него там, что там, внутри? А как я смотрю-то? Пиканье доносится изнутри. А мне кошкой надо его туда кидануть или... Подвешенные веревки, можно забрать... А, во, все, вижу кошку. Использование, точнее, кошки. Тяну. Отойти надо, чтобы по башке не стукануло. Взять кошку и запрыгнуть. Запрыгнуть, блядь, наверх. Есть какой-нибудь... какой-нибудь ящик, нет, чтобы я поднялся наверх и все. Опа, болторезик. Ку взять. Погоди, а ку взять, эту дверь открыть надо себе? А внаружи можно выйти? Ну, воспользуйся болторезом, ну пожалуйста. Спасибо. Ящик. Ну, отодвинь. Я могу залезть на ящик и дотянуться до лестницы. Да я знаю, я и сюда за ним и пришел вообще-то. Блин, какие тяжелые бревна. Ну, отодвигай, отодвигай его. Что здесь еще есть полезного такого? Нет, нет, ничего полезного нет. Ладно, пойдем дальше. Звук такой неприятный, фу. Такое долгое и нудное занятие. Тащить ящик через весь сарай. Так. А, лестницу просрал, представляешь? Хорошо. Залез внутрь. Теперь нужно резануть вот здесь вот ножом.
Ну, что такое? Так долго пилить... Что такое? Нож сломался, что ли? Серьезно? Так, что это там, мина какая-то или что? Бедный олень. Зачем ты его тут вскрыли и засунули какую-то пикающую ерунду внутрь? Так, водичку возьму, пожалуй. Что за пиздец? Я сейчас блевану. Это явно не так все перемещается. Вытаскивай давай уже быстрее. Это что такое, предохранитель что ли? Серьезно? Добавлен в инвентарь предмет. Это хорошо. А что это за оборудование? Почему оно оказалось, блядь? А что, если за нами следят русские? Вот и предохранитель. Выходит, уёбок выпотрошили оленя был в нашем доме. В нашем подвале. Что за... Если не угроза... Ну, зато я нашел сраный предохранитель. Пора вернуться и в подвал включить электричество. А, не очень радостно. Не нравится мне это, по, судя по всему, псих, который искромсал оленя, был в нашем доме. Да не судя по всему, а... Блядь, наверняка он там был. Так, идем домой. В какую сторону идти-то, я только, правда, не знаю. В эту, нет? Можно каким-нибудь коротким путем добраться до дома, нет? Сейчас напугают нас наверняка же. Помню, раньше были здесь ненормальные детишки, заигрывавшиеся оккультизмом, но вряд ли это дело их рук. К тому же, внутри оленя нашел военное оборудование. Видимо, местные решили оказать новым соседям радушный прием. Остается надеяться, что они не разделяют нас как... А, не разделают нас как индейку на День Благодарения. Ну, ай, надейся. Как бы это единственное, что тебе остается. Да что ж нос так чешется? К чему это все? Вот и дом. Пойду в подвал. Не, ну, блин, что ты хочешь? Дом стоит посреди леса. Любой, кому не лень. Просто зайдет, да сделает так, как ему нужно. То есть среди ночи даже пизданет, как тебе по голове, и все. И хрен ты узнаешь вообще, кто это был и когда это было. И что это, что это было. Тык. 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 Отлично. Найди ему на первом этаже. Кажется, что-то я там это сделал. Вот это что за стена? А я просто перечитал «по». Что за «по»? Ну, я свое дело сделал, пора возвращаться под каблук к Эми. Черт, эти перепады настроения. Вот это вот что такое? Сейчас ведь только третий месяц. Неужели так будет продолжаться до самых родов? А и всю оставшуюся жизнь, походу. Так, Эмма! Блять. Господи, женщина, ты хочешь, чтобы у меня сердце остановилось? Успокойся, ладно? Интересно, тут жил какой-то волшебник? А то, Гарри, сука, Гудини. Может, он так и не смог выбраться из этой шляпы. Слушай, а где ты ее нашла? Я недавно читал о такой наверху, а теперь смотри внимательно. Если из нее выскочит кролик, я хочу, чтобы мне сделали из него что-то там рагу, что ли. Та-да! Умно, решил задобрить меня магией. Ну и с чего начнем? Ну, хрен знает, с чего мы начнем. Какое-то время спустя. Чуть нездоровая херня какая-то. Коробка полная денег написано. Это хорошо же. И что делать надо? Родная, мне что, напомнить что-то там? Да и так это постоянно делаешь, но мне не обязательно сидеть без дела целыми днями. И все же, в твоем положении... В моем положении ничего страшного, я всего лишь беременна, но как скажешь. Че, я сейчас стены буду красить вместо нее? Дай мне валик, я буду красить стены. Хаус флиппер, вы просили хаус флиппер, вот вам хаус флиппер, что ж делать-то? Ну-ка, отдай. Какой грязный валик у тебя, честное слово. Ты этим собралась красить? А ты что, дурак, что ли, со всем этим красить собрался? Раз не позволяешь мне помочь, буду мучить что-то там. А ты дал нам их наш новый номер? Родная, это ведь правительство. Уж поверь, они даже знают, что ты ел на завтрак. Бррр, как это жутко. А ты когда-нибудь хотел заниматься чем-то, кроме криптоанализа? Еще до того, как вступил в ЦРУ.
Например, никогда не думал о работе, где не пришлось бы отвечать за миллионы жизней. О работе, где шпионы и двойные агенты не следили бы за каждым твоим движением, окружающим можно было бы доверять. Да не то чтобы, к тому же и... Тебе-то я могу доверять, верно? Да хуй знает, можно ли ей доверять. На что ты смотришь? Она молится, по-моему. Можешь передвинуть этот комод, кажется, за ним что-то есть. А зачем ты туда вообще залезла? Передвинуть комод, говорит мне игра. Что там такое? А. Картина. Да все, хорош. Господи, теперь я жалею, что напялил эту шляпу. Почему? Интересно, кто этот парень? Может, если мы повесим ее в спальню, он придет к нам во сне и все расскажет? Сначала я повешу тебя. Ладно, ладно, прости, дружище, но ты отправляешься в подвал. Для джентльмена из предыдущего столетия лучше места и не придумать. Несколько дней спустя. То ли будильник, то ли телефон. Отвечай. Или выключай. Ну и что? Ну и где? Черт, наверное, звонят с работы. Телефонка. Алло. Мне двойную пепперони, пожалуйста. Алло, это Дэвид? Ну вот, босс, сейчас вы начнете на меня давить, а у меня... А меня тут же бросит в пот. Я не хочу наседать, но от тебя не было никаких новостей уже неделю. Поэтому я и подумал, может, его сожрали медведи или волки, надо бы позвонить. Ты ведь сейчас застрял где-то в глуши, верно? Да, уж не то слово «застрял». Ты не один такой. Три четверти команды занимаются русским дьяволом. И в придачу к тому, к этому пропал Гарольд. Гарольд? Парень, который перехватывал телеграммы? Что произошло? Не знаю. Стресс? В последнее время у него была паранойя. Ему всюду мерещились русские. Либо он съехал с катушек и совершил какую-то глупость, либо советы до него все-таки добрались. Блять, на нашей земле? Они могут быть вовсюду. О том, что он был двойным агентом, я даже думать не хочу. А что еще хуже, Билл и Милдред закроют проект, если за следующую пару недель мы не совершим что-то там. По документу от Дженнис я взял с собой, сейчас займусь. Удачи, передай привет жене, я позвоню тебе через пару дней. Вот это работа. Вот тебе и отпуск. Шифровальная машинка стоит в кабинете, пора браться за работу. А где кабинет? Это кабинет? Не, нихуя, это на кабинет-то не похоже. Слушай, ну, достаточно симпатично все это выглядит у нас. Достаточно хорошо все починили. Это тоже на кабинет не похоже. Пойдем туда. Нет, туда нельзя. Пойдем сюда. Не, сюда тоже нельзя. Это? Это кабинет? Нет, это спальня чья-то. Везде-то собака сутулая вот смотрит на меня, ну. Это кабинет? Нет, это тоже спальня. Нахера вам столько спален? Ну, ребят. Где, мать его, кабинет? Да. Так, там я был. Вот тут? Нет, не здесь. Пойдем вниз. А, кабинет! Вон, там он, в конце, за кухней. За столовой, точнее. Кто его закрыл? Да открой ты. Не понял. Кабинет же был здесь. А, вот он, кабинет-то, машинка где-то здесь должна быть. Или нет? Или я чего-то не понимаю, где кабинет мой? Так, ладно. Кабинет я, допустим, нашел, теперь-то что? Записки.
Использовать машинку в кабинете. Пора браться за работу. Где шифровальная машинка? Она стоит в кабинете, значит, она должна быть прямо посреди дороги где-то. То есть она должна быть где-то тут. Это пицца. Это коробка из-под пиццы, точнее. Как должна выглядеть шифровальная машинка, чтобы я хотя бы понял, что это такое? Ух, блядь, еще один кабинет. Зачем тебе столько кабинетов, мужик? Ну-с, начнем расшифровывать. Еще теплый. Что там такое? Что это за кружка такая маленькая, ну? Она пустая же. Эмма знает, как взбодрить меня. Там пиво, что ли? А, что такое? А, ресет. Так это делается сначала. Следуйте инструкции Энигмы. Так, посмотрим, что там в руководстве. А где руководство? А на русском можно? Поднять крышку и ставить цилиндры. Ну так, ну это просто. Крышка поднята, вставить цилиндры. Цилиндры должны вставляться во что-то цилиндрическое. Блять, и как это работает? Цилиндр-то где, ну? Какую верхнюю крышку? Вот это, что ли? А, open. Все, ясно. Нужно взять со стола правильный цилиндр, и, к счастью, они пронумерованы. Нельзя забывать, что каждому цилиндру отведено что-то там. Будем считать, что это так. Говорит, хорошо, что они пронумерованы. А, ёпти. Так, первый цилиндр, вот он. Второй цилиндр, вот он. Третий цилиндр, вот он. Четвертый цилиндр, где? Это шестой. А четвертого нет, что ли? Не понял. Четвертый цилиндр. А, вот он. Пятый цилиндр нужен кому-нибудь, нет? Неправильно. Я где-то ошибся. Погоди. Что на крышке написано? Два. Три. Четыре. Не? А, семь, восемь, семь. Не, так не работает. Ну-ка. Открой верхнюю крышку и удерживай ручку, что-то там в правой... Так, следующий. Расположи. А. 2, 4, 5, 8. Понял, все. 2, 4, 5, так. 2, 4, 5 и 8. О каких разгадках вообще может идти речь, если я даже по инструкции не могу ничего сделать? Теперь нужно что-то установить. Установи номера в окошке, следуя позициям, слева направо. 2, 14, 6, 22. 2, 14. Шесть. 22. Проще простого. Теперь последний этап. Провода снизу. Хорошо. Осталось только отсоединить их в правильном порядке. Ебучий случай. А какие? Где провода-то хоть? Подожди. Как их соединять? Подсоедини что-то там. AFJZRT. 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 А. А, не, подожди. А, ну да. А. F. Да где он есть-то? J, Z. Z, 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 Z. Z, Z, не вижу Z. Блять, в упор. Z, R, T. R, T. R и T.
Нормально, нет? Чё там дальше-то? Close bottom drawler. А, F... А, GZ, ёпть. А, JZ. Ой. Готово, осталось только ввести пароль. Какой пароль? Run a test using the test password bpflop. После что-то там letters you should see uncode message reading Friday. Bpflop. Хорошо. I have to be careful. If I click the wrong letters, I'll have to reset the cogs. Не хочу шестеренки больше переводить. Bpflop. B. Б. П. Да где, ёб твою мать? Не вижу, нихера. П. Ф. Л. У. П. Okay, it works. I can get заработало, out. Можно приступать. Ух, етить его колотить. И как, что делать тут? Задания какие будут, нет? Что это? Похоже, ты только что достал. Похоже, сообщение зашифровано шифром Enigma. Чтобы расшифровать его, нужно подобрать что-то там. Ну и как же мне настроить машинку? Ух, ебана мать. Римская 5-3-СТ. Видимо, это должно помочь мне с шифром, но это... Ну что это значит? Как это применимо к Enigma? V03-ST. V03-ST. Серьезно, что ли? Да ладно. Я вообще ни хера не понимаю, что нужно сделать. И куда тут что нужно вводить. Серьезно. Погоди, может быть, нужно просто открыть крышку? И что-то нужно сюда поставить. А что нужно поставить? Подожди, давай посмотрим вот сюда. 1, 4, 7, 5. Давай попробуем вот это поставить вот сюда. Так, 1. 4. 4. 7. И 5. Я не знаю, насколько это правильное решение, но, блядь, может быть так. Так, и тут еще есть циферки вот вторые. То есть 05, 19, 03, 10. Блять, не туда пошел. 05, 19, 03, 10. Нормально? А теперь что нужно сделать? А теперь куда? Что надо вводить-то? Так, HGDTJ. Так, давай запишу, пожалуй, на бумагу себе, чтобы я это... Чтобы я потом не смотрел постоянно туда. Туда и обратно. Х, Г, Д, Т, Джей. Х, Л. Ц, М, Аш. Ц, М, Аш. А, У, Х. М, В, З, Д, З, Б. М, В, З, Б, Ф. Ща, все сделаю. У, Д, Н. Так, главное, чтобы я записал все внятно и все я понял, что здесь написано. И главное, чтобы это именно так и работало. Ну давай. X. Something is wrong. Configuration maybe? I should take a closer look at the... В смысле? А, может быть, вот это надо было сделать еще? X. G. D, T. D, T. J. Trust. X, L. No. C, M, H. C, M, H. No one. Доверяй никому, что ли. А, ух. А,
U-H. Configuration, maybe? I should take a closer look at the table or password. Блять. Not like that. I think that someone used one of the configurations from the code table. Подожди, а какая там цифра должна быть? 0310, 19.03.10. Не, не туда нажал. 19.03.10, 19.03.10. Я же все сделал правильно, я же правильно написал. А, ух. А, не та у, блядь, была, все правильно, все понял. X. G, D. D. T, J. X, L. C, M, H. A. U, которая U, которая U русская, ну-ка. Х, М, В, З, Б, З, 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 где З-то? Чё там у меня? Нормально всё. З, Б, З, 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 бля, не вижу З, З, Б, Ф, У, Д, Н. Доверяй лишь себе, звучит зловеще. Кто это написал? Да кто знает-то? Катсцен пошла. Дальше что? Проверьте комбинации 29-30. Ну, погнали. Бесполезно, сука. Опачки, чё у тебя там в шкафчике-то лежит? Взять. Чудовищное преступление потрясло. Блять, кажется, это наш дом. У жертвы было перерезано горло. Что-то совсем пиздец, серьезно. Согласен с тобой, блять, полностью. Записочка. С бритвой, кстати. Господи, сколько лет это здесь пролежало? Это что, кровь или просто ржавчина? Неужто это то, о чем я думаю? Еще записки Николаса? Все болит. Что ж, значит, я жив. Черт, чуть не сломал себе шею, он за что-то там это. Все болит. Что ж, значит, я жив. Черт, чуть не сломал себе шею, он застал меня врасплох. Я не был готов к такому, вблизи он. Едва напоминал человека. Когда это существо набросилось на меня, я почувствовал, как меня наполняет боль. Его боль. Такой же, такой со мной впервые. И этот взгляд, как у затравленного животного. Я был так потрясен, что не мог даже пошевелиться. Хотел закричать, но кто-то словно вырвал мне голосовые связки. Кто это такой? Черт возьми. Что он сделал в спальне отца? Давай на этом заканчивать. Спасибо большое за просмотр. Ставь комментарий, пиши лайки. Увидимся с тобой в следующей серии. Не забывай подписываться на канал, на группу ВКонтакте. И до встречи в новых сериях. Всем пока.